А спонсор данного видеоролика — канал Стип. Он снимает, ну уж очень хорошие ролики по Critical Ops. Также он снимает и другие игры, ссылка в описании. Всем по-прежнему большой привет подписчикам моего канала и игрокам Critical Ops. Сегодня хочу вам рассказать и показать, что же убрали из Critical Ops навсегда. Поехали. Первое, что убрали, это разные значки при убийстве врага. Например, когда вы делаете хэдшот, у вас отображается вот такой вот значок. Второе, это меню закупок. Реально очень сильно похоже на меню закупок из CSGO. Но его, к сожалению, удалили. Честно говоря, я не знаю почему. Также хотелось бы порекомендовать канал Рипера. Парень недавно начал снимать видео, и ныне у него действительно хорошо получается. Монтажи, вак-моменты и фрагмовики по Critical Ops. Ссылка в описании. Третье, что же убрали из Critical Ops, это синий круг, который показывает вашего тиммейта. То есть вы наводитесь на тиммейта, и на прицеле отображается синий круг. Вроде бы в старых версиях можно было и ранить тиммейта, но я точно не знаю. Четвертое — это столкновение тиммейтов. То есть, подойдя к тиммейту, вы могли его просто либо сдвинуть, либо просто тронуть. Пятое — это значок плюса или обозначение ассиста. Выглядит он примерно так. На этом все, мои дорогие друзья. Не забывайте ставить лайки, писать свои комменты и обязательно подпишись на канал. Мне будет очень приятно, а тебе не сложно. На этом все. Всем желаю удачи и всем пока-пока. I'm coming home.